рукопашному бою UFC MMA 2019 года. And now we begin international tournament global fighting zone in full contact fighting UFC MMA 2019. В соревнованиях принимают участие команды. In competitions participate following teams. Абхазия. Thank you.
Слово предоставляется президенту Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IFFCF MMA Сергею Борисовичу Ермакову. And now we introduce the president of International Federation of Full Contact Fighting IFFCF MMA Сергей Борисович Ермаков. Уважаемые участники, гости, я поздравляю вас с таким спортивным праздником, который совпал, кстати, с днем, когда поздравляют мужчин. Я всем мужчинам, присутствующим в зале, желаю здоровья, успеха, в том числе и спортивных. Ну и с нашей совместной работой, чтобы вы продвигали интересы нашего вида спорта, федерации и своих клубов. Каждый год во время турнира Global Fight Zone мы подводим итоги прошлого года и награждаем лучших тренеров, лучших спортсменов и так далее. Сейчас мы эту процедуру очень приятную проведем. Вас попрошу в ней участвовать. Dear participants and guests, I congratulate this great festival of fighting, and luckily it coincided with our Defenders Day, and I congratulate every man in this room. And also I'd like to thank you for promotion of our federation. And every year we take over the award that I'd like to start right now. Прежде всего я хочу поблагодарить команды, которым наиболее сложно было к нам приехать. Страны, которые далеко от нас расположены, но все-таки приехали и приняли участие. First of all, I'd like to thank the countries that are far away from our country, but they managed to come here. За участие в соревнованиях награждается команда. Participation in this competition is awarded the country. Team of France. За участие в соревнованиях награждается команда Team of Kyrgyzstan. За участие в соревнованиях награждается The participation in the competition is awarded. Team of Tajikistan. Несколько тренеров за 2018 год повысили свою квалификацию. В связи с этим мы хотели бы им вручить удостоверения тренерские. Итак. Some trainers improved their qualification, and that's why we'd like to award them these licenses. Награждается тренер-инструктор FCF MMA, кандидат в мастера спорта FCF MMA Тишков Алексей Витальевич. Награждается тренер республиканской категории FCF MMA, мастер FCF MMA Ризоев Мирзаахмат Адинаевич.
Награждается тренер республиканской категории UFC MMA, мастер UFC MMA Сепиев Артур Акаевич. Награждается тренер международной категории UFC MMA, мастер международного класса UFC MMA Муталипов Заурбек Рамзанович. Также по итогам прошлых соревнований, нескольких прошлых соревнований, мы хотели бы вручить мастерские звания. Итак, мастер UFC MMA вручается Чагаеву Ибрагиму Вахидовичу. Альянс Александр Цаковичу. Мастер международного класса UFC MMA Кутепову Александру Алексею Александровичу. Мастер международного класса UFC MMA вручается Рашидову Имаму Казимовичу. Грандмастер UFC MMA вручается Абдулла Улу Русланбек. We'd like to grant new heads of our departments with new licenses and certificates. Итак, руководитель Ставропольского регионального отделения IFFCF Мальцев Игорь Иванович. В прошлом году из 7 соревнований в 6 участвовали 3 семьи. И
Итак, спортивная семья FCF MMA 2018 года. Last year in six of seven competitions participated three families. And now, sports family FCF MMA 2018. Семья Цугаевых. Желательно все члены семьи, придите сюда, пожалуйста. Все, кто есть, дедушки, бабушки. Спортивная семья 2018 года. Семья Рашидовых. Спортивная семья FCF MMA 2018 года, семья Муталиповых. Итак, лучшая спортивная семья 2018 года. Семья Пырковых. За большой вклад в работу Федерации в 2018 году награждается Рашидов Рамазан Абдурахманович. Переходим к награждению «Спортсмен года». В прошлом году из 7 соревнований 5 раз становились чемпионами 2 спортсмена. Итак, спортсмен FCF MMA 2018 года. And now we start the Sportsman of the Year award. Only 2 sportsmen were champions 5 out of 7 times. And the Sportsman of the Year is... Хакимов Бекхан. Второй спортсмен Нальгиев Адам. К сожалению, его нет. Команда не приехала, но мы ему обязательно передадим на следующих соревнованиях.
В прошлом году из 7 соревнований 7 раз становился чемпионом один спортсмен. Итак, лучший спортсмен FCF MMA 2018 года. And only one sportsman was champion 7 times out of 7. And now, the best sportsman of the year is... Пырков Максим. Переходим к награждению тренер года за подготовку 17 чемпионов. And now we are coming to award trainer of the year. For preparing 17 champions is awarded. Награждается тренер FCF MMA 2018 года Банкуров Шамиль. Вот он просит напомнить, что это 3 года подряд. У него такие награды. Мы его и поздравляем в связи с этим. А вот за подготовку 19 чемпионов награждается лучший тренер FCF MMA 2018 года. Training 19 champions, we award the best coach of FCF MMA of 2018. Даудов Мамаш Харун Рашидович. За подготовку спортсмена FCF MMA 2018 года награждается. For preparing FCF MMA Sportsman of the Year is awarded. Межитов Хасанбек. А вот за подготовку лучшего спортсмена 2018 года награждается. And for training best sportsman FCF MMA of 2018 is awarded. Кучкаров Рустам. За регулярную организацию соревнований, судейских семинаров, развитие и популяризацию FCF MMA награждается лучший руководитель FCF MMA 2018 года. For regular organization competitions, judicial seminars, development and popularization of FCF MMA is awarded the best head of FCF MMA 2018. Магдиев Эльдар Тахманович. Я напомню, что лучшее отделение, лучший руководитель федерации получает право выставлять не 2, а 3 состава в течение следующего года. Поздравляю.
За активное участие в жизни Федерации и содействие в развитии судейского корпуса награждается лучший судья FCF UMA 2018 года. For active participation in Federation's activity and assistance in development of judges is awarded the best judge of FCF UMA 2018. Кучкаров Рустам Арижанович. А теперь переходим к награждению профессиональной рейтинг. Как вы знаете, в нашей федерации создан сайт BandDocs, на котором отражается профессиональный рейтинг наших бойцов. В прошлом году за победы в наших профессиональных поединках несколько спортсменов получили рейтинг 3-0. Professional rating awards. As you know, our federation has a site BandDocs that reflects professional rating of our fighters. And last year, rating of some fighters was increased to 3-0. Итак, профессиональный рейтинг FCF MMA 2018 года награждается Гулуев Абдул. Профессиональный рейтинг 2018 года награждается Магомедов Магомед. Я сейчас зачитаю несколько спортсменов, которых, к сожалению, нет. Магомедов Гаджи, Багандов Саид. А вот за лучший профессиональный рейтинг награждается. One sportsman who has the best rating is спортсмен, который имеет рейтинг 4-0 за 2018 год. Sportsman who has rating 4-0 for 2018. Алиев Магомед. Его тоже, к сожалению, нет, но мы хотели бы наградить его тренера, который здесь присутствует. За подготовку бойца с лучшим профессиональным рейтингом награждается Ибрагимов Султан. Представляем судейскую коллегию соревнований. And now present judges of the competitions. Главный судья, судья высшей категории. Main judge, higher category judge. Станислав Бабычев. Заместитель главного судьи, судья международной категории. Main judge assistant, the judge of international category. Рустам Кучкаров. Рефери, судья республиканской категории. Рефери, judge of Republican category. Магомед Таитбегов. Рефери, Александр Чирков. Рефери, Иван Кузнецов. Главный секретарь, судья республиканской категории Ольга Рабаданова. Секретарь, судья первой категории. Секретарь, judge of the first category. Татьяна Ткачева. Судья притабло, судья первой категории. Score judge, judge of the first category. Рамазан Рашидов. Судья Александр Кутепов. Стажер Семен Терещенко. Стажер Зайнал Акаев. Стажер Наталья Кутыркина.
Стажер Марат Канагбиев. Итак, международный турнир Global Fight Zone по полноконтактному рукопашному бою FCF MMA 2019 года объявляется открытым.